Более 150 команд со всей Московской области приехали в Одинцово. Для участников марафона спорт не просто хобби. Это жизнь. Они в буквальном смысле слова им живут. Среди гостей профессиональные спортсмены и любители, звезды эстрады и олимпийские чемпионы. Сегодня мы здесь собрались на наш традиционный марафон «Живу спортом» для того, чтобы показать всем, что спорт вне политики, спорт объединяет. Объединял и будет объединять всех неравнодушных людей. Я уверен, то, что подобные мероприятия позволят создать именно ту позитивную ауру вокруг российского спорта, вокруг всего спортивного движения, тех олимпийских принципов, которые были заложены чуть больше века назад. И вся та смута из спорта уйдет. И, конечно же, сегодняшний наш праздник России, День народного единства, покажет всем, что эти ценности есть и будут всегда. Участникам пришлось преодолеть 5 километров и 12 препятствий. В каждой команде 8 человек, 3 девушки и 5 парней. На дистанции все равны, без помощи товарища не обойтись. Финишировать должна восьмерка. Это не личное, а командное первенство. Результат зависит от каждого. Гонка прошла замечательно, марафон супер. Большое спасибо организаторам данного мероприятия. В мероприятии в настоящем наша команда и наше учреждение выступают уже во второй раз. Мы благодарим всех организаторов, в свою очередь, спасибо. Готовы принимать участие и уважаемые зрители канала ОТВ, принимайте участие, это просто супер. В марафоне принимали участие жители Одинцова. Команда архивного отдела администрации района готовилась к соревнованиям тщательно. Как признались ребята, для них важна не победа, а участие. Мы принимаем участие как в посадке леса, так и в других спортивных мероприятиях. Но в данном мероприятии мы принимаем участие в первый раз. Москомспорт не случайно выбрал местом проведения марафона парк имени Ларисы Лазузиной. Здесь отличная трасса и созданы все условия для комфортного размещения участников соревнований. Одинцовский район у нас традиционно принимает большие спортивные события. И марафон «Живу спортом» не исключение. Конечно же, эта площадка понравилась всем спортсменам. И был запрос, чтобы провести марафон «Живу спортом» именно здесь, на территории лыжной базы в Одинцовском районе. Ни время года, ни погода не повлияли на желание людей принять участие в марафоне «Живу спортом». Праздник длился весь день. Выступления артистов, интерактивные зоны, разминка чемпионов. Все о спорте и во славу спорта. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».